эфире «Мобильный репортер». Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас на телеканале «Татарстан-24». С вами Артем Захаров. Здравствуйте. В Набережных Челнах водитель легковушки в течение долгого времени не пропускал карету скорой помощи. Не заметить скорую было нельзя. Помимо того, что звучала сирена и горели проблесковые маячки, водитель автомобиля экстренной службы просил хозяина легковушки сместиться вправо по рации и моргал фарами. В какой-то момент водитель машины, стоящей на светофоре в правой полосе, открывает двери, вероятно, просит хозяина иномарки все же пустить скорую. Тогда первый сдается и перемещается вправо. Справедливости ради замечу, что в случае совсем уж экстренного вызова водитель кареты скорой мог бы объехать машину по встречке, имеет право. Но он этого не сделал и все же пошел на принцип. Будем надеяться, это не повлияло на здоровье больного, к которому ехала бригада. И напомню про страшный случай на Камчатке. Там из-за принципиального водителя, который не пустил скорую во двор, погиб молодой человек. Медики просто не успели прийти к нему на помощь. Выступи на дорогу быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми туда и заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали! В Татарстане упал вертолет. Он рухнул в поле неподалеку от Иннополиса. На борту находился только пилот, он погиб на месте. Вертолет летел в курортную зону Свияжские холмы, чтобы забрать отдыхающих. И была вероятность, что жертв трагедии будет больше. Сейчас рассматриваются несколько возможных причин крушения. Это отказ двигателя, ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия и некачественное топливо. Жителя Набережных Челнов откровенно возмущает так называемый стихийный рынок на одной из местных улиц. Он винит ярмарку в порче дороги. Такой вот бардак здесь устраивают каждый выходной. Ну просто постоянно. Вот они так ходят, люди, как будто это прям, ну, реально рынок, базар, а не дорога. И при том вот эти грузовички, груженные под завес, портят дорожное покрытие. И вот из-за этих ярмарок, видите, какие груженные. Вот они, под завес груженные тачки. Они, разумеется, ломают дорожное покрытие. Вон, что он там делает, разворачивается. Из-за чего? Из-за того, что ярмарка. И вот этого затора бы не было. Это еще людей мало, погода плохая. А в теплую погоду здесь действительно какой-то китайский рынок прям. На воздухе. Специальные места должны быть для этого. Вон эта капуста, забит. Конечно, дорога вся будет убита. Не уверен, что грузовик с капустой может как-то уж сильно испортить асфальт. Но вот торговля продуктами прямо на проезжей части все же запрещена. Есть соответствующие санитарные нормы. Но, видимо, торгующие вдоль дороги в Челнах об этом не знают. Или притворяются, что не знают. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». С вами был Артем Захаров. До встречи!